Сегодня на политической арене новые лица. Они знают проблемы своих муниципалитетов и активно их решают. ЖКХ, жилищные программы, бизнес, сельское хозяйство. Темы, которые поднимают сегодня молодые депутаты. Более 130 парламентариев не только обменялись идеями, но и получили наставления от более опытных государственных деятелей. Совет старшего товарища дал и глава региона Николай Любимов. По его словам, основная задача власти – повышение эффективности экономики региона. В числе приоритетных задач – создание новых рабочих мест, индустриальных площадок, привлечение инвестиций в различные отрасли экономики. Потому что именно вам приходится общаться с населением чаще всего, вам приходится чаще всего слышать жалобы, но и предложения тоже выслушивать. И в этой ежедневной работе как раз и заключается трудность. Они активно поработали в избирательных кампаниях в своих районах и поселениях. В единый день голосования каждый набрал достаточное количество голосов избирателей, чтобы считаться серьезной политической силой для конкурентов. 134 молодых человека до 35 лет стали депутатами сельских поселений. Нужно больше общаться с населением, то есть ходить непосредственно в дома и узнавать у людей, что конкретно нужно непосредственно тем или иным людям, соответственно, моим односельчанам, так сказать. О том, что в первую очередь необходимо слышать и слушать людей, видеть их проблемы и решать их, рассказал депутат Госдумы Андрей Макаров. Вот там, где самые болезненные проблемы людей, они хотят доказать свою состоятельность тем, что они работают. Вот это дорогого стоит. Вот это дорогого стоит. И вот когда выстраивается эта линия от муниципалитета до конкурса лидера России, и вот эти ребята, строго говоря, того же возраста становятся, от там глав районов до заместителей министра, поверьте, это не предел, это значит, у страны есть будущее, это значит, у области есть будущее, это значит, у нас у всех есть будущее. Социальный лифт и перспективы для молодежи. Как отметил гость форума, депутат Государственной Думы и известный журналист Евгений Ревенко, форум имеет не только региональное значение. Такое внимание к потенциалу молодых людей, готовых с полной самоотдачей работать во власти и бизнесе – тенденция общероссийская. Очень сложно сейчас порой бывает найти депутата муниципалитета какого-нибудь отдаленного села. Люди часто не хотят идти. А перед нами были молодые ребята. Глаза горят и руки делают. Журналист и депутат рассказал присутствующим о развитии социальных медиа в современном мире и о важности социальных сетей в политической деятельности. После выступления спикеры ответили на вопросы собравшихся. Алена Куколева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».